Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Shadow Fight 2 История Сенсея. Ну что же, мы прибыли на локацию Титана. Денег у нас с тобой маловато. Пока, наверное, не будем с тобой ничего приобретать. Хотя очень большой соблазн. Но, во-первых, давай посмотрим, что у нас происходит, например, на турнире. Уровень сложно. Так, на фабрику. Ну, фабрика, я так понимаю, ребята, это обычная выживалка, да? К Титану нельзя. То есть остается только убежище. 117 чипов разыгрывается. Поехали! Так, опять с нами говорит Кали. Это место стало последним прибежищем для воинов из множества миров, которые Титан опустошил и присоединил к своей империи. Сайфер собрал их под своим началом, но вообще-то они не особо сговорчивые. Тебе придется доказать каждому из них, что ты чего-то стоишь. Ага, ё-моё, Сигнус. Неплох, чувак, выглядит вообще элитно. Ну давай посмотрим, что он... Ох, нифига у тебя там. А как тебе мой Сай, парень? А? Ну я понял, тебе нравится. Тебе нравится мои Саи, так что... Так, тихо. Я не знаю, ребят, какие тут будут заклинахи. Но, наверное, будут мощные. Чпок. Ну что, добивочный? Все, ребят. Перфектум. Брутал. Так, Сигнус пока не особо себя, ребят, проявляет. О-о-о, братюнь. Мне нравится урон от моей заклинахи. Я просто его обожаю. Это супер мощное. Ребят, такого урона не наносит ни одно заклинание. Кстати, два боя перфектума я получил. То есть вообще не нанесли мне даже урончика. 167 чипов мы получили в общей сложности. Пока идет у нас с тобой сложно, я буду драться. Ух ты, аква. Минералка, что ли, ё-моё. Выглядит, ребят, ну как будто, знаешь, где-то какая-то, как амфибия. Да-да-да, типа русалочки. Насколько ты, русалочка, хороша, а? Споешь мне песенку свою, а? Вы же любите вроде как... Опа, сейчас я думаю, доиграйся тут, да шуткуюсь. Вы же любите там, по-моему, сирены петь в своем подводном царстве. Да ладно. Третий бой подряд и даже не получил урона. Что ж вы такие ватненькие-то, а, дорогуши вы мои. Не надо! Не надо, я говорю. Так, поехали. Опа, хотела. Хотела, но не вышло, друзья мои. Четыре боя. Не царапинки на мне. Слушай, это что-то с чем-то. Когда мы там уровень получим? О, нам еще пиликать и пиликать. Ну что же, а вот уже и безумочка подкатила. Это уже какой-то типа рептилоида, ящера. Риск. Интересно, он оправдывает средства? Тесаки, да? Тесаки у тебя... Опа, ну хоть кто-то мне уже нанес урон, ребята. Похвально, Риск, похвально. Ать, не надо. Опачки, опачки. Братюнь, так дела не делаются. Ты же меня сейчас ухоркаешь, да? У тебя такое желание? Не. Слушай, ну с Риском действительно рискованно драться, потому что один бросок чего стоил. Почти фул хп мне снес. Почти, ребят. Так что с ним я тут... Ага, ага. С ним я особо тут баловать не буду. Будем с тобой конкретно решать дела наши. Наверное, на этом все, да? Все, ребят. Так, я выиграл, да? Сколько в общей сложности там чипов получаю? 152. До сих пор идет безумка. Чипы у меня в общем количестве 762. Ну, уже могу, в принципе, что-то приобрести. Опа, а это какое-то животное. Похоже чем-то на пуму. Кто ты, капканчик? Опа. Неплохие у тебя пукалки в руках, неплохие. Так, ребят. Я... Ой! Ого!
Да, друзья мои, по-моему, тут надо либо броньку менять, либо еще что-то. Ты посмотри, уже... Ну, дамаг уже существенный мы получаем с тобой. То есть, попадись под полную комбинацию его ударов, он бы меня просто распетрушил. Тут чисто фартануло. Нет, братюнь, давай без вот этого вот. Я понимаю, что я очень слабый, поэтому мне... А комбинация у него довольно неплохая, честно тебе скажу. Я бы сказал, очень даже великолепная комбинация. В плане... Ё-моё! Да, если он подножкой отнимает, нехило. Так, раунд 3. Слушай, если я проигрываю, ребят, я, наверное, пойду на заточку. Так. Предположим. Выпрыгивать он будет или нет? Я жду. Вот он начал. Он сделал ошибку роковую, наверное, нет? Роковую. Не надо было вставать задом к нему, ё-моё. Вот что я тебе скажу. Так, ладно, он меня немножко напрёг. Все-таки у нас с тобой 44 уровень. И я хочу маленечко посмотреть, что у нас по шмоткам. По шмоткам. Но эту фигню я брать не хочу. Да я и не возьму. Она потому что на 45 уровень. Вот. Кстати, поглощение урона. А у меня что висит? Слушай, ну вот эта штука тоже прикольная. Насколько велика разница? Есть разница, если честно. 44 уровень. Поглощение урона, да? А если мы прокачать вот это вот? Блин, ценник, конечно. Ладно, прокачиваю. Прокачиваю. Можно было, конечно, и Сайя вот так улучшить. Маска. Маска идет с перегревом. А есть что-нибудь такое? Блин, вот это вот я возьму, возврат урона, но когда получу 45 уровень, обязательно. Возврат урона очень классно. На 44 уровень. Я могу, в принципе, вот это взять. Слушай, а в данный момент у меня шлем с чем стоит? С перегревом. Ну, ты заметил, да, что перегрев, ну, не особо работает здесь. Может быть, улучшим, если только. Вот так вот. Давай теперь глянем, насколько будем хороши. Легко сразу, прикинь, сразу стало нам с тобой легко. Ну что, капкан, пришла пора, наверное, рассчитаться, да? Как говорится, за свои грехи. О, братюнь, а урон-то ты уже мне не наносишь, ты посмотри. Ох, как в спину-то. Все, хорош. Да выделывался. Да, друзья мои, Саи это что-то с чем-то. Даже его эти серпы ему не помогают. Куда ты, родной, прыгаешь-то? Куда ты прыгаешь-то, а? Ну-ка, ать, по ногам. Нормуль? На! Пора закал. Кстати, я же забыл совсем. У меня по заклинаниям-то все очень фигово. Надо прокачивать магию-то. Верно? Верно. Сколько у нас там стоит этот луч? По-моему, луч у нас там, да? На продаже. Сейчас посмотрим. Силовой луч. Ну что, я думаю, надо брать. Возьму за гемы. Прокачаем. Вот так. Кстати, как он выглядит? Можно как-то посмотреть? Снять, одеть, надеть. Силовой луч. Он, по-моему, сверху бомбит, да, им? По-моему, так. Ладно, друзья мои, у нас 5-й бой. Воу, а вот это действительно раптор. Это действительно какая-то ящерица. Ну что ж, давай проверим. Куда ты там? Что ты там хотел уже сделать? Так, бросочек, бросочек. Вот так, поехали. Две подножки. Ать, хотел сказать добивочный, но нет, ребята. А вот теперь да. Раптор получил своего. То есть я не могу понять, если я прохожу вот этот вот весь турнир, после этого только мне будут доступны телохранители этого какого? Титана или как? Просто, ну, как бы
было бы поприятнее, если бы кроме турнира здесь что-нибудь еще открылось. Понимаешь, да, к чему я? Ну, проверим. А что так вшивенько? Во-первых, ребята, очень долго идет нагрев. Я имею в виду вот нагрев, это в плане вызова этого луча. То есть противник должен валяться, причем сразу же упасть, и я должен сразу делать эту заклинаху, чтобы она сработала. Короче, луч мне не понравился. Ладно, двигаемся дальше, и у нас... Да ты же был уже, Сигнус. Вы что, пойдете по повтору, что ли? Ему было мало, да, в первый раз? Ну, посох у него прикольный, тут ничего не скажешь. Такой телескопический, выдвижной. Это мне нравится. Но сам по себе ты, конечно, дядя, вообще ни о чем. Нет, ну, естественно, потому что он не прокачан, в отличие от меня. Перфект. Если бы он был бы прокачан, я, наверное, летал бы тут как сраный веник. Ну, а пока он у меня летает. Ну-ка, бросок. Не захотел, да, если так. Ну, ударил он меня, да. Это, опять же, потому что я стал применять заклинание. Так бы я мог бы его на перфект вынести. Ну что, седьмой бой, до сих пор еще легко. Ну да, они, ребят, что-то по второму кругу пошли. Я думал, какие-нибудь будут новые. Опять же, никаких проблем. Элементарные, ребята, сейчас идет фарм. Ты сам видишь, это прекрасно, да? Вообще, никакого, ребят, вообще сопротивления. Так, получил. Колем. Ах ты! Вот это ты хорошо, вот это ты... Вот это ты сейчас смачно так... А если... Ну, посмотри, ну... Долго, долго, ребят, он... Пока взмах рукой сделает. Видимо, этот луч летит из самой Поднебесной. Поэтому так долго. Но... Хорош. Опа. Да. Риск ты, парень, конечно, крут. Я ничего не говорю. Слушай, а почему они не применяют ни металлок, ничего, а? Тебе не кажется это странным? Или у них нет метательного оружия? Да и магию они не применяют. Что это за дела такие, а? Прям в глаз, ты видел? Прям в глазик ему или в ноздрю. Ну, куда-то из дырок. Так, ну что, ребят, 167. О, наконец-то Сайфер решил со мной поговорить. В каждом из миров Титан встречал сопротивление. Очередной герой бросал завоевателю вызов. И каждый раз герой терпел поражение, а вслед за ним погибал его родной мир. Я видела это своими глазами. Знаешь, что мне напоминает от Таноса, ё-моё? Да, завоеватель миров. Все, на этом разговор закончен был? Я еще не готов. Когда же я буду готов-то, а? Опять ты, акваминерали. Ладно, давай. Мало ей было. Опа. Тихо. А если так? Оу. Молодец. Исправляешься. Аквамарин. Поехали. Так, стопэ. А если я вот брошу? Да у нее и по ходу дела ничего не... Ну это, конечно, ребят, урон от моих сюриков — это просто смех. Просто смех. Ага, попалась. Дважды. Ну-ка. Нет у них, по ходу дела, здесь метательного оружия. Я тут как болван с этими топориками бегаю. Они уже здесь не котируются. Хотя, подожди, там же, по-моему, в магазине же все-таки есть. Опа. Уходим. Блин, я хотел специально отойти. Получила, а теперь хочу вот так сделать. Есть контакт. Слушай, ну жарит. Если попадает этим лучом, жарит нехило. Но вначале нужно попасть. Так, денег у нас с тобой, ну, почти 1000. Уже сложно. Опять этот раптор. А раптор после него идет по повтору, да? По-моему, так. Ну что ж, давай, парень. Или кто ты? Парень ты или не парень? Наверное, парень. Ага.
Слушай, а он живучий. Смотри. Блин, вообще-то я хотел сделать бросок. А, так ты потерял. Ты потерял свое преимущество, парень. Что-то тут как-то урон-то уже и не наносится. Ать, прогиб. Уходим. Ты-то куда уходишь, блин? Ты лежи там на месте. Да. Сложноватый, ребята, противник. Я агрессивным стал. Я просто стал агрессивным. Да иди ты. Ушатал. Слушай, ну он силен. Серьезно говорю, он силен. Потому что уже сложно. А ну-ка. Ать. Вот это ты меня подловил, парнишка. Вот это ты меня подловил. Ну-ка. Куда? Применяем. Ушел, да? Ушел сухофрукт. Погнали. Ну? Давайте, не выпендривайся. Тут главное, ребята, не оплошать. А я ведь могу. Я мастер оплошаний. Ну, чё ты... Кориду мне тут пляшет. Опа. Что? Ага, вот такая вот комбинация. Я понял. Она хороша, но слишком долгая. Тебе не показалось, а, Раптор? А если я так сделаю? Не убежал. Как дурак шел на меня ползком, так дураком и помер. Так, ну что? Безумка. Ну что, я думаю, мы еще с тобой повоюем. У 45 уровень уже, как говорится, не за горами. Сколько там еще надо? Боя 2? Блин, с капканом. Будет сложно, наверное, на безумке, да? Проверим. Насколько это будет люто. Опа! Понял. Хорош, парень. Мне понравилась твоя комбинация. Очень хороша. Такой, знаешь, клубочек сворачивается, да? И просто пронзает своими вот этими вот косами. Серпами, я бы их так назвал даже. Ага. Надо было тебе в этот момент в жопу-то Саи зарядить, когда ты ноги тут свои грязные, немытые поднимаешь. Хорош, родной. Опа. Прилетело-то, да, как? Ой. Ой-ой-ой. Уходим, друзья мои. Блин. Я, честно говоря, хотел заклинаху сделать, но я не успел. Ты еще он... Че он утаряет? Дичь какую-то. Ну, поехали. Может, хватит уже, а? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как я там укатился-то далеко. Слушай, как с тобой быть-то, а? Ну-ка. Издалека, что ли, постоянно бомбить? Но это не варик. Это не варик. Бросок ты дашь себе сделать? Нет? Не дает. Отходим, ребят. Сейчас будет комбинация от него. 100% тебе говорю. Подловил. Все-таки плешивая кошка меня подловила. Так, давай-ка еще разок. Мне понравилось. Такой, знаешь, неординарный боец. Фиг знает, что от него ждать. Вот, например, сразу же с плюшки начал. Да он, по-моему, и закончит сейчас. Так. Почему я не могу бросок ему сделать хорошечный, а? Тихо. Да уйди ты от меня, шелудивая котяра. Поехали. Есть. Так, сработала древесина, да? Сработал бросок. Ну! Так, тихо. Ждем. У моря погода, ребята. Твою налево. Он меня вот... Я понял, на чем он меня ловит. На ближней атаке. Он делает верхнюю атаку, ребята, и меня, ну, подбивает. Вот здесь вот. Вот она. Вот только что сейчас было...
прям вот четенько показано, как он все делает. Лучше держаться от него нафиг на расстоянии. Лучше вот где-то вот на этом. Вот, видишь? Видишь, что творит? Опять он хотел, да? Поехали. Фигово. Одно интересно, почему он меня пробивает? У него что, пробитие блок стоит или что? Я не раскрываюсь, поверь мне. Что-то не выходит ни шиша. Так, знаешь, что я, наверное, сделаю? Немножко точнусь. Капельку буквально. Так, у нас тут с тобой что-то есть, ведь, да? Окей. А что нам точнуть? Какие тут у нас... Ой, смотри, какая классная пушка, да? Я, наверное, буду брать уже сразу пекарь вот этот, испепелитель. Так, маска. Вот. Погоди-ка, мы хотели с тобой... Слушай, ну броню я пока не буду менять. Я, наверное, оставлю ее, поэтому улучшим просто и все. Шлем. Шлем мы будем менять, да, вот на этот. Получается пока все, ребята. Надо бить. Безумно, я понимаю. Но бить его надо. 45 уровень по любасику надо зарабатывать. Поехали. Ну что? Да ладно. Ты смотри, что творит, а? Ты смотри, что... Что вытворяет? Как пляшет лихо, а? Ну-ка. Бросок давай, вот так вот. Агрессивный. Поехали. Хорошечно ему сейчас влетело так. Тихо, не надо. Да пошел ты. Нет. Есть контактиш. Друзья мои, моя правда, я его завалил. Так, ну это был первый раунд, поэтому радоваться пока рано. Поехали. Ага. Фокусник тоже мне Гарри Поттер, блин, нашелся. На! Сразу заклинание, ребят, сразу же. Да как ты, блин, сволочь, блин, ты делаешь? Как он это делает? Объясни, блин. Как эта маромойка успевает встать, блин, еще и уйти от моего заклинания? Ну вот как? Не, ребят, блин, это трындец. Такого просто невозможно сделать, ты понимаешь? Вот ты попробуй встать, вот когда он делает заклинание, враг, успей встать и убежать. Без переката, без всего, просто отойти. У тебя фиг получится. Фиг получится у тебя так. Блин, хотел сделать, но не буду. Вот давай. Ага. Погнали. Лишь бы не лопухнуться, ребята. Ага, вот и смертушка его. Нет. Есть. Фух. Фу, у меня аж в горле пересохло, ребят. От волнения. От волнения и негодования. Неплохо. Ты получил новый 45 уровень. Теперь Сальфер это мой учитель? Ну что, переходим в профиль. Давай смотреть, что у нас там. Ух ты. Дезориентация. Так, 30% шанс на усиление одной атаки, на 30% после попадания метательным оружием. Полностью заблокировать урон от метательного оружия. Ну давай, наверное, вот это изучим. Рикошет. Так, ну что, друзья мои, у нас тыщенка есть в кармане. Давай посмотрим, что я там хотел. Опа. Пьезокос, ё-моё, вот. Блин, вот это хочу. Вот это я хочу себе. Так, ну ладно, это потом. Нам нужно с тобой взять шлем. Вот этот шлем я хочу взять. 250. Покупаем. Протачиваем. По оружию что у нас? Так, меткость. Ну чё, он чисто за гемы. Хм.
Ну что, ребят, тогда делаем так. Другого варианта я пока не вижу. 53. Так, теперь что у нас? Опять же легко. Кто там? Да ладно, блин, по повтору что ли пошли? Ну серьезно. Риск. Ну давай, друзья мои. А фиг ли делать? Нефиг, как говорится. Но, ага. Не захотел, да, попасть. А так? Атя. Ну ладно, ты. Опа-на. В таблицу получил я. Еще и бросок от этого гаденыша, а? Добили. Так, это был первый раунд. Идем на второй. Пока все у нас с тобой отлично. Шлем с возвратом урона. Не знаю, как будет это эффективно срабатывать. Что-то я, по-моему, расслабился здесь маленько, да? А ну-ка. Вот, вот, вот это я понимаю. Вот сейчас было нормально. Он встал и как раз лучом его и прибило. Никуда он не успел даже отбежать. Так, уже нормал. Уже нормал. Так, аква. Блин, ребят, ну так неинтересно, да? По повтору идет, это чистый фарм. Просто чистой воды фарм. Здесь максимальный уровень, как ты понимаешь, 46 я могу набить. Я не знаю, что будет после прохождения турнира, но мне кажется, откроют доступ к титану. Скорее всего, будет так. Ну, у титана 100% тоже будет, наверное... Как это называется-то? Телохранители? Правда, я не знаю, зачем ему телохранители. Но, как написали мне, что Саван вернется. А Саван был, как написано, один из лучших его бойцов. Угу. Один из лучших бойцов. Так что будем ждать. Слушай, ну тут хорошо так у нас получается. Вообще, Саи... Хотя вы мне сказали прокачивать не Саи, а серпы. И я не уверен, будут ли серпы вообще здесь. Да должны быть, по идее-то, да? Так, ну что, 184 монетки. Вот, уже сложно. Так, кошара. Ну, на сложном режиме я его порву, мне кажется. Единственное, вот если я пройду полностью турнир, я получу 46 уровень или нет? Вот этот вопрос меня сейчас... Этя! Ай-яй-яй-яй-яй. Кошечка, как же так? А? Сложно это тебе не безумно, верно? Просто закалю нафиг. Ой! Хорош. Будешь падать? Чё у меня такие дешевые дешманские подсечки, а? Объясни-ка мне. Готов, парнишка. Ну что, поехали. Зачем? А, я успел. Я успел, ребят, нифига себе. Даже магия сработала. Слушай, даже очень быстро мы как-то здесь справились. Сложно. Да ё-моё, ну блин. Опять этот Сигнус. Ну да, ребят, зацикленность какая-то. Тренирует меня, типа, да? На самом деле, не тренирует. На самом деле, люли просто получает. Ага, я-то быстрее. Удары, конечно, ногами. Это вообще ни о чем, ребят. Единственное, что вот, опа. Слушай, а вот это было неприятно и больно. Ответочка. Мои броски, ну просто смех на палке, блин. Ты посмотри. Я могу только нормальный урон наносить именно оружием. Эть, эть, эть. Ну... Кольнул, кольнул все-таки его в пузик. Фу. А мог бы свалиться. Поехали. Иди ты в пень. Да-да-да, ногами своими размахался. Бросок, попробуем. Жарило. Слушай, заклинаху-то... Опа, заклинаху-то, наверное, тоже можно было бы прокачать, да, там? Я, кстати, не посмотрел. Эх, вот сейчас бы в ногу бы ему, а? И было бы вообще шоколадно. Все, ребят, Сигнус отдуплился. Получается, еще нам придется с тобой по разику с ними подраться, да? Вот сейчас мы пройдем.
и еще потом. Ну да, и получается как раз будет 46 уровень. А вы сказали максимально здесь 54, так я понял. То есть мне еще тут пыхтеть и пыхтеть. Раптор. Ага. Раптор, ты не с того начинаешь, парень. Опа, ничего себе. Ты этот прием у утеса посмотрел, да? Я понял тебя. У нас утес любил так крутиться. Стоп! А ты почему не отдуплился? У тебя здоровья нету. Хм. Слушай, а может быть все-таки надо было, ребята, брать доспех с поглощением урона, а? Там-то все-таки урон ты поглощаешь. Здесь ты получаешь урон, возвращаешь часть противнику. А там вообще не получаешь ничегошеньки. Перфект. Как бы делаем выводы. Мы можем взять, да, ее броню эту? Ну, я даже не знаю. У нас с тобой шлем с поглощением брони. То есть, точнее, не с поглощением, а с возвратом. Но это обязательно должно в голову нам попасть. Опа. Что-то я тут разговорился, блин. И сноровочку потерял. Уже почувствовал себя победителем. Ну, так оно и есть, в принципе. Так, и сейчас будет по повтору. Да? Саван был таким героем. Он проиграл, как и многие до него. Но вместо того, чтобы принять поражение с достоинством, он стал служить Титану. Ты не понимаешь, с кем имеешь дело. Титан — настоящий монстр. Чужая жизнь для него — пустой звук. Опа! Сайфер принимает мой вызов? Это что за приколы? Ребят. Что за приколы, я спрашиваю? Он принимает мой вызов. Ну давай хотя бы глянем. Твоя схватка с ним неотвратима, но ее исход не предопределен. Одной силы будет мало. Покажи мне на все, что ты способен. Хорошо, Сайфер. Давай посмотрим, что ты вообще будешь делать. В рукопашку, что ли, драться? Нет, с посохом. Ой! А чё ты так крутенько-то мне бомбанул-то сейчас? Что это он сейчас сделал? А что это он сейчас... Ах, вот оно что. Тут мины есть. Да ты достал. Ну-ка. Одной силы, говорит, будет мало, да? Что за намеки, блин? Подожди, он... Нет, 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 не надо. Уйдем отсюда. Да как так-то? Я стоял в блоке, офигел что ли, паршивец? А, ребята, он просто прибивает мне блок. Я так понял, да? Если он сейчас меня побеждает, я пойду сейчас заточусь. Или я не знаю что. Нет, затачиваться не буду. Или буду. Посмотрим. Просто парень вообще припух, я смотрю, конкретно. Просто пробивает блок. Понимаешь? Что, будет свою шляпу бросать? Будет. Он мне сделал просто один удар. На тебе, гаденыш. На, я тебе говорю. А что, почему так заторможено-то? Перекат и все это. Ну ты смотри, я ничего не делал. Что за фигня? Почему так? Ага. Сейчас звезданет, блин. Не, ребят, это какой-то бред. На каком основании он мне делает удары? Что, тут гравитация, что ли? Я не понимаю, что происходит. Ну. Не, ну как-то так вообще, ребята, честно говоря, паршиво играть, потому что, ну, во-первых, все очень замедленно. Очень. Что это? То ли это специально так делается? Так, бросок я ему даже прописал. От броска только одно название, ребята. Ну все, 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 Сайфер. Да иди ты, блин, с двух ударов он мне тут... Получил? Да.
Если он сказал, одной силы будет мало и заклинаний будет мало, то... то он дает намек, парень, тебе нужно заточиться. И я пошел на заточку. Что мы тут можем с тобой заточить? Так, где моя броня? Слушай, может быть лучше заклинание? Да заклинание, я думаю, тоже надо заточить. Вот так. Ну и броню. Так, броня по фулке остается. А, и так все получается. Хм. Интересно. Погнали. Интересный, конечно, бой. Значит, я его пробить не могу. Какая-то гравитация у нас здесь. Блок мне не помогает. Возвращение урона, кстати, тоже здесь не срабатывает. Ага. Поехали. Ну. Только так. Да блин, ты. Что? Твою налево. Так, ребят, ну на этот момент он хотя бы урон получает. То есть возвращение урона в данный момент работает. Ну-ка. Окей. И магия неплохо сейчас бомбит. Так, Сайфер, по-моему, все, ребят. Первый раунд за мной. А всего лишь надо было немножечко заточиться. Капельку. Урон, конечно, от Сай такой же остался, но... по защите я хоть выруливаю. Поехали. Есть. Черепундель получил. Что ты там? Уже хотел свою шляпу, что ли, бросить? Где ты такую шляпу-то взял, а? С бомбой. С эффектом бомбежки. Поехали. Ага. Засыха получил. Так, вот это вот. Тут не очень хорошо. Нет! Оу, перепрыгнул. Шикарно. Иди сюда, Квазимода. Он там еще одну мину ставит. Давай, я тебя жду. Все, танцы закончились. Блин, он меня так и хочет, да, чтобы я туда пошел. Сейчас я ему. Сейчас я ему всыплю, ребят. Поехали. Вот таким вот макаром. Ой-ой-ой, все, запинал. Ну что, Сайфер? Моли о пощаде. Трое подряд. Ученый муж. Отлично. Да, ты силен, но Титан не просто жестокий боец. Он способен иссушить твой разум. Его воля станет твоим законом. Впрочем, выход есть. Когда-то этот мир населяло древнее племя. Титан не смог сломить их волю и потому приказал уничтожить всех до единого. Тем не менее, одному из них удалось спрятаться, и я пытался найти его с помощью Кроноса, моего лучшего изобретения. Да, я помню тот случай. Кронос вернулся безумным, разнес тут все и снова исчез. Сила древнего безмерна. Он стер память Кроноса и приказал ему очистить этот мир от зла. Сейчас Кронос орудует где-то возле фабрики Титана. Значит, Кронос наш единственный шанс найти древнего в путь. О, спасибо, друзья мои, 46 уровень я получил. Естественно, прокачиваю просветление. Так. Ну, неплохо гемов заработали маленько. И давай-ка глянем, что у нас там. Так, тонфобластеры. Тонфобластеры. Слушай, я не знаю, ребят, давайте попробуем. А, они стоят дорого. Хм. Блин. Хочу такие штуки. Слушай, а если я схожу на выживалку, сколько там у нас? Максимальное 50 гемов. Что-то как-то не айс, да? 50 гемов. Это сколько мне придется драться? Дофига. Так, что у нас здесь? Шлем мародера.
сиди и думай, что нам нужно, а? Шлем мародера. Перегрев идет. Тут броня, инфернальный панцирь. Но без эффектов, без всяких. Моя кираса-то будет получше, наверное. Так, может быть, вот это взять? Прокачать чуть-чуть. Вот так вот. Ну что, друзья мои, давай выйдем на карту. Крона скрывается где-то на фабрике. Найдите его. А вот и Кронос. Как смеешь ты мешать вестнику древних? Я слышу их. Они гневаются, наблюдая, во что Титан превращает этот мир. Яви свой истинный лик, зверь. Ха. Битва с... Ой! Тихо! Так, мародер. Я-то думал, что я сейчас с ним буду драться. Ага, губишек раскатил. Блин, а у меня не заточено ничего. Ладно, проверим. Так, это получается... Они подряд будут идти или как? Скорее всего, подряд. Ну хорош уже! Буду колоть его до последнего. Буду делать ему укольчики. Ну, блин. Ну-ка, если... Ай-яй-яй-яй, хотел заклинах применить. Поехали. Так, минус один. Это мародер был. Кто там дальше у нас? Это опять мародер. То есть одни мародеры, да, собрались? Слушай, ну с этой штукой мне легче драться. Так, проверим. Отлично. Так-так-так, тихо-тихо, парень. Тут только... Тут только, ребята... Опа! Не надо! Ай! Ой! Слушай, ну этот жук, да, а? Я не знаю, что там будет делать Кронос. Ума не приложу. Ну, судя по его вот этим вот... Назвать их телохранителем, что ли, я не знаю. Слушай, мне тут надо броня, ребята. Мне нужна броня, что-то уж больно как-то люто. Это только второй, да? Там их еще четверо. Да хорош ты! У меня элементарно не хватит здоровья. Я больше трачу, чем восстанавливаю. Так, а это кто еще? Тоже мародер, судя по всему, да? Ну, вот так вот он выглядит. Напоминает мне кого? Крик. Угу. Поехали. Да, я, скорее всего, друзья мои, из-за брони сфейлюсь. Слишком много урона получаю. Так-то неплохо все вроде бы. Да и Сай, если честно, уже не тот урончик, который бы я хотел. Все, подрезал. Да, делаем выводы. Делаем выводы, что здесь мне пока рано. А где же я могу пофармить бабло? А, здесь тоже. Ну вот смотри, здесь дают 74. Ну что, поехали, попробуем с тобой на выживалке. Тут сколько раундов? 6? 6 раундов, по-моему, максимально. Блин, хочу эти тонфу получить. С эффектом бомбы. Ниндзя. А, они же здесь могут бросаться. Да-да-да, я забыл. Ну хорош, девчуля. Опа. Так. Минус один. Двигаемся дальше. Ну, это сыч. Это сыч. Ага. Нет, парень, в ближнем бою ты, конечно, извини. Я буду тебя рвать. Это не твой конек. Раунд 3. Вот это похуже. Но терпимо. Воу-воу-воу-воу.
все. Что-то тут расколбас-то вообще идет не детский, согласись. Погнали. Ну нищеброд, а? Готов. Так, это какой? Это пятый раунд, да, будет? Шестой, по-моему, последний. Могу ошибаться. Может быть, они что-нибудь тут изменили. Поехали. Ах ты! Нет, не успел. А мне что-то показалось, что он на коленочку меня все-таки наживил. Но нет. Перфект. Так, ниндзя повержен. Шестой раунд. С косами. С серпами, точнее. Вот эти, да, говоришь, серпы солидные. Хотя, мне кажется, наверное, титана можно любыми оружием победить. Только надо прокачать и... Вот. Вот здесь, кстати, неплохой фарм получается. Ты посмотри. 74 гема плюс 150 чипов. А нам нужно с тобой сколько? 400. Ну что, друзья мои, давайте-ка я накоплю, наверное, да, здесь. И увидимся, когда у меня будет 400 гемов. Так, ну что, друзья мои, накопил я 410 гемов. Значит, мы с тобой приобретаем тонфу. Тонфу. Так, 400 стоит, плюс еще заточка. Окей, 1201. Но, в принципе, как бы, да, посильнее будут. Посмотрим. Ну, тут меня, конечно, подкупает то, что на саях нет ничего, а здесь эффект бомбы, как у рыси. Так, и что у нас? Шлем. Блин, шлем, конечно, тоже хотелось бы раскачать. Шлем раскачать, да? Нам как раз не хватает защиты. Ладно, посмотрим, может быть, все-таки справимся с тобой без прокачанного шлема, хотя вряд ли. Так, ну что, друзья мои, я опять дошел до Хроноса, мало здоровья. Это уже третья или четвертая моя попытка его забомбить. Пока безуспешно. Так, ну что? Как быть-то с ним, а? Ага, а если так? Поехали. Отлично. Бомбочку повесили. Уже радует, ребята, уже радует. Ну! Да сдохни ты! Есть! Твою ж налево, ребят. Получилось. Робокалипсис. Это уж точно. Фух. Главное, завалил я его. Так, фабрика выполнена сразу же. Отлично. Ну что, друзья мои, давайте-ка мы, наверное, с вами на этой нотке закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр, обязательно увидимся в следующей и продолжим играть в Shadow Fight 2 История Сенсея. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.